Адонай, Элоэну, Мелех Олам, Ашер Бахар Бану, Микол Амим, Венатан Лану, Эт Турато, Барух Ата Адонай, Нотен Хатура. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. Наш сегодняшний текст — это Творим, 14 глава, Второзаконие. Второзаконие, 14 глава, 23 по 26 стихи. ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. מעשר דגליך, תרחיך ויצריך, ובחורתי בקריך וצניך. למען תלמד לרא את אדוני אלוהיך כל הימים, וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תוכל סיתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם. כי יברכך אדוני אלוהיך ונתת בכסף וצרת הכסף בידיך והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. ונתת הכסף בכל אשר טיבה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשיכר ובכל אשר תשלח נפשך, ואכלת שם לפני אדוני אלוהיך, ושמחת אתה וביתך. אמן. אמן. Я также зачитаю на русском языке. Четырнадцатая глава, с 23 по 26 стихи. «И ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни твои. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нестись его, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой. И покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись и ты, и семейство твое». Аминь. Всем шаббат шалом. Я приветствую всех. Тема нашей сегодняшней параши, всего отрывка, называется «Ре-э», «Смотри» или «Вот». А наша сегодняшняя тема – это «Ценнее серебра». Поэтому мы с вами сегодня посмотрим на то, что есть в нашей жизни ценнее серебра. И ценнее серебра может быть только то, что нельзя купить даже за серебро. И наш текст сегодня говорит о том, что Господь повелевает народу израильскому, своему народу, чтобы он ел, чтобы он насыщался, чтобы он наслаждался Богом на том месте, на которое Господь изберет, и все с собой, чтобы он мог принести свое. Но есть трудность, если длинное расстояние и далеко человеку идти, и тяжело, то предлагается такой вариант. Ты ничего с собой не берешь, ты берешь только серебро, чтобы было легче тебе. И когда ты приходишь на то место, которое Бог призвал тебя, чтобы ты там ел, то там ты на это серебро покупаешь уже все, да, и уже ешь, пьешь и наслаждаешься. Через это мы с вами увидим очень интересный урок, который Господь хочет нам сегодня преподать. Начиная с 23 стиха мы уже видим, насколько Бог желает, чтобы мы в нашей жизни насыщались, чтобы мы в нашей жизни могли наслаждаться жизнью вместе с Ним. Но на том месте, на которое Бог избирает. А место, которое Бог избирает, это то место, где Он полагает свое имя. Как вы думаете, что это за место, где пребывает имя Господа? Как? Община, правильно.
Маем Зурмим, община Маем Зурмим в Кирьят-Ате. Аминь. В Слове Божьем написано, что Господь превознес Слово Своего выше имени. И это не означает, что имя Его и Слово, они соревнуются. Просто Его имя и есть Слово Божье. Поэтому место, на которое Господь, на котором Он пребывает, или где находится Его имя, это то место, где пребывает Его Слово. Аминь. Потому что имя Его есть Слово Божье. Поэтому то место, которое Господь избирает для тебя, там всегда будет хлеб. Его имя пребывает там, где есть Слово Его. Это Слово насыщает нас. Это Слово, оно помогает нам, да, принять от Господа то, что Он нам дает. И вы знаете, всегда то место, где Слово Божье не является приоритетом, да, каким бы оно христианским ни называлось, или верующим, там Господь не пребывает, потому что Его Слово или Его самого не ставят в приоритет. А где Его Слово не ставят в приоритет, там всегда будет и обман, да, и кража, и манипуляция людей, и так далее. Но ты можешь быть уверен, что на то место, которое Господь тебя призывает, где Его Слово пребывает, там будет всегда присутствовать страх Господень, и ты спокойной душой можешь приносить все, что у тебя есть с собой. Твою десятину, твою семью, твои силы. Тебе не нужно будет бояться, что тебя воруют на этом месте. Почему? Потому что то место, где пребывает Бог, Его Слово, там всегда будет хлеб, там всегда будет пища, и ты не останешься голодным. Аминь. Но если тебе тяжело идти, но если есть препятствия, но если есть трудности, обстоятельства, и тебе вот со всем, что у тебя есть, трудно даже шаг сделать, несмотря на то, что ты можешь жить вот в этом же городе, в Кирьят-Ате, да, то тебе тоже, как в этой истории, нужно серебро. Только не физическое. Потому что, знаете, человек может потратить деньги на такси, приехать сюда, однако же он не здесь. Он может быть далеко там мыслями, на Украине, да, в России, в Элате, но не здесь. И нам тоже нужно серебро. Но серебро не гибнущее. Есть нечто лучше, в Писании есть, и больше гибнущего серебра и золота. То, что помогает нам, преодолев все преграды, прийти на то место, на которое призывает нас Господь. И, друзья, эта ценность или это серебро в Царстве Божьем называется вера. Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих говорит, что без веры угодить Богу невозможно. И всякий, приходящий к Богу, нужно, чтобы он веровал, что Бог есть, и ищущему Ему воздает. Вы понимаете, что без веры мы даже шаг к Богу не можем сделать. Без веры мы не можем преодолеть никакие препятствия. Поэтому вера, которая больше, чем серебро, нам необходима, чтобы прибыть на место, на которое призывает нас Господь. И с помощью этой веры, как с помощью серебра, вот в этом тексте, ты сможешь купить или приобрести все, в чем нуждается твоя душа. Пищу духовную, насущный хлеб, там, исцеление, утешение, удовлетворение и так далее. Друзья, вы помните Евреям 11 глава, описание мужей веры? Да? Они были богатые чем? Верою. И при этом они ни в чем не нуждались. Это не потому, что Авраам имел крупный скот, и у него все было, он был как бы таким довольным человеком. В первую очередь, потому что у него было духовное серебро под названием вера. И вот этим он был богат. А все остальное просто прилагалось. И вы знаете, вот такие вот люди, богатые верой, они могли достичь всего. У них не было границ. Они даже смерти не боялись. Это были бесстрашные люди, и посредством веры
они могли приобрести многое. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы всегда имели веру, которая поможет нам прибыть на то место, где Господь будет нас кормить. Аминь. Давайте встанем на ноги. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן אמן